обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенной стеною. У лампочки повышенный накал, невыгодный для мебели и стертый, и потому диван в углу сверкал коричневой кожей, словно желтый. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка в раме запыленной, застыл пейзаж и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Когда-то жил, то он покинул этот дом.